Всем привет! Впервые за 8 лет выбрался на летнюю рыбалку, по-настоящему, так не случайно, конкретно на рыбалку. Давненько не был, ну ладно. Приехали на озеро Кубинское. Скоро уже рассвет. Необычно теплое лето в этом году выдалось. Сейчас плюс 19 ночью, 2 часа ночи, полвторого даже, наверное, еще. Днем сегодня до 33-4 было, то есть совсем тепло. Сейчас раскладываем лодку, одеваемся и поедем на лодке рыбу ловить. Все, мне пофиг. О, красавчик. Молчишь-то. Пятисоточка? Давай пятисоточка. А сейчас свалит. Не разлубят. Свалит. Нас не свалит. Вот Димон так тихой сапой уже вторую рыбину вторую вытаскивает. Рыбину, да. А у нас кроме травы ни хрена нету. Трактор есть у меня. Надо? Так, тут где-то окунёк у него ещё. Так, глядишь, на уху наловим тебе. О, и окунёк там есть. Теперь еще и щучка, давай я туда. Опа, там бутылочка со льдом, чтобы рыба не портилась. Вот, с большим было, мне купил, руки кинул. Ну вот и отличились немножко. Отличились. Солнышко сходит. Солнышко. Солнышко, да. Я думал, щука. Ясь. Нет. Лещ. Лещ. Нихера себе, ни разу леща в жизни не ловил. Опа! Лещ! Здоровенный! Нихера себе! Первый раз в жизни леща поймал. Не то, что на блесну, вообще первый раз в жизни. Слушай, как тебя хоть взять-то, зараза? Ух, нифига себе, это тебе не ези, а какой-нибудь ловить. Лещ на блесну. Хороший лещ тебе, блядь. На черную. Я думал, щука. Нифига себе. Соплях-то есть. Непс, черненькая. Двоечка. Сейчас еще одного соструню. Ой, нет, не соструню. Ты говоришь, переезжать надо. Вот сейчас солнышко еще раз кинуть. Еще место, может, тут лещи гуляет. Посмотри, по-настоящему атаковал-то, да? Да блин, долбанул. Я сначала подумал, коряга что ли, бум, такой удар. Я чувствую, сильно сопротивляется, как щука, наверное. Там, смотрю, бок бронзовый, ясь, наверное. Лещ, нихера себе. Скажут, из сетей вытащили, блядь, блесного денег. Такой же. Опа! Я же говорил, на лещевое место попали опять. Опять леща поймал. Сейчас опять зараза обосрет меня. Хорошие подлещики-то такие. Отличные, я бы сказал, здоровенные лещи. И катушкой треща Леха вытащил леща. Еще одного. Еще одного. Ты немножко приснул, да? Этот
ты вообще молодец. Как так получилось, что ты двух лещей подряд поймал? А вот у меня, потому что специально такая вот клевая футболка зеленая, на нее лещ прет. То есть у меня синяя, из-за этого только щука будет, да? Да, да, да. А окунь? Окунь еще. Окунь, да. Ну ладно, продолжаем. Давай. Ловим уже 3 часа, пока картина совсем не радостная. Удалось поймать всего одного окушка, щеренка и пару подлещиков. И в принципе все. Сейчас решили поближе к берегу переместиться. Ну вообще ничего не клюет. Мужики, он тоже вокруг. Одна, вторая, третья лодка катается. Уже в заброс никто не ловит, все дорожат. Принесла результат. О, лещ опять взял. Мне кажется, щука. Больно уж, резво. Или опять лещ? Нет, не, щука. Не вижу. Иди-ка сюда. Опа. Я не вижу. Ты не видишь. Приблизил, как хер знает куда. Конечно, не видишь. Ты отдали. Это так. О. Щучка. Уж больно и мала-то ты, голубушка. Ну, наверное, вкусная. Вкусная. Молочная. Самая молочная. Будут говорить, что мы таких отпускаем. Опускай, говорят, я тоже отпускаю в бачок. Отпускаю. Так как больше ни хрена нету, поэтому в бачок мы ее отпускаем. Ну, потом, если крупняка наловим, так я ее отпущу. Точно. Давай так и сделаем. Ни хера себе, Димон. Красава. Чуть не свалил. Чуть не свалил. Я говорю, сегодня лещи. Лещи сегодня долбят. Я себе и леща поймал. И катушка, и треща. Димка вытащил леща. Здоровенный. Здоровенный, да, покрупнее. Я понять не могу. Не крутится вертлюжок. Он, знаешь, идет вместе с ним, бля. Я говорю, сегодня лещи идут. Ну все. Я понять не могу, что-то есть, что-то нету. Первого думали случайность. Эти так, зацепил типа, забагрил за хвост. Недаром, что за все 3 крючка. Второй, ну да, наверное, закономерность. Но тут уже Димон сам еще раза в 1.5 крупнее. Вот видишь, не в траве, в чистом месте лещ. Короче, мы сегодня леща ловим. На спиннинге. На спиннинге, да, на блесну. Все, продолжаем. Конечно, весь процесс заброса и прочего не заснять, потому что клюет очень редко. Но, как показывает практика, метко. Все быстренько притихли после поимки 3-го леща. И, судя по блеснам, все нацелились на поимку лещей. Даже самый скептик Андрей встал, поставил снасть на леще. Я достал свою самую любимую блесенку, сейчас покажу. Вот она. Вот, в свое время тоже езей на нее ловил, да. Да много чего ловил. Вот. Японская настоящая, даже не знаю, как называется-то. Давнишняя, уж лет 15 на нее ловлю. Вот. Попробуем лещей ловить тогда. Скоро загорать начнем. Что-то поднять не могу. Что-то я не вижу, что там. Щурёнок. Щука. Щукан. Щука, щука. Идёт с сачком. У нас супер сачок есть для такого сачка. Для такого дела. Думай. Сак пригодился. Супер сак. Срак. Пригодился. Мотня вся запуталась. Хайрузовый сачочек-то. Я вообще не вижу ничего. Солнышко снимаешь, а конечно ничего не видишь. Блять. Наконец-то у нас. Андрюха обрыбился. Только в чем-то не резко, ни хера. Давай вытаскивай уже. Смакует. Сейчас сойдет нахрен. Ты
ремонт снимать, что ли? Да? Скажу так, снимать рыбалку — это совсем другое, чем снимать охоту. Там хоть знаешь, что происходит, когда и что делать. Тут, блин, сидишь, лаешь, что-то выложишь. Не резко, против солнца, хрен пойми, когда, что, куда. Короче, вот такая у нас рыбалочка. Но на данную минуту все обловились. Я еще щуренка поймал, окунька поймал еще. Настроились на леща, и тут стала рыба клевать. Может, попрет сейчас. Или не сейчас. Или не попрет. Да какая щучка там, окунек. Давай вытаскивай. Горбач. Горбач. Ох, нифига себе. А домой засобирался, смотри. На слезу. Отчаялся, да. Так, а там у нас рыбоохрана приехала. Чьи-то сети проверяет. Что ты туда же кидаешь? Думаешь, там еще один сидит? Стая там, стая. Приехали, сказали, меньше 38 сантиметров щук, судаков отпускать. Где же этих судаков взять? А щуки ровно 38 сантиметров, так что решили оставить. Вот. Одна даже 39 оказалась. Надоело нам в очередной раз бросать спиннинг впустую. Решили в сторону дома постепенно двигаться. Поставили воблеры в надежде, что хоть какая-нибудь щучка может схватить. И уже чисто на дорожку, а не в заброс. Поплыли, правда, берег там, а мы плывем туда. Решили галсами идти. Но рука будет. Уже рука. Рука бойцов бросать устала. Плывем в сторону дома постепенно. Может быть, что-то и поклюет. Эх, Димон. Единственного окуня на дорожку. Я первого тоже на дорожку поймал. Ну ладно. В этом нету 38, по-моему. Есть, да? Конечно. 39. Все нормально. Даже все 40. Берем. Шанс ему дал, все нормально. Самые вкусные 40-сантиметровые. Локтет что-то. Правата. Щука. 40 сантиметров. Или окунь. 38. Горбач. Горбачина. Давай. Еле поднял. Так вот бесславно заканчивается наш сегодняшний рыболовный тур. Я даже спиннинг не распаковываю. Двигаемся в сторону машины. Так, сейчас взвешиваем. Слушай, раз, два, три, четыре щучки. И раз, два, три, четыре, пять окуней. Лещей меньше всех поймали. Сфоткай нас с лещами еще. Бронзовые красавцы. Никто не поверит, что нас спиннинг поймали. Зафиксировано на камеру все. Да? Да. Все, успел заснять. Нихера себе, килограмм. О, Димон, на килограмм. Ну, у меня, значит, на 500. Да ладно, 500. Вот так вот закончилась наша рыбалка. Димон, оказывается, на целый килограмм поймал своего леща. И катушкой треща Димка вытащил леща здоровенного.
Что там мои? Сколько? Да, я думаю, 500 так максимум. Сейчас узнаем, сколько. Срываются. Меня да хорошо зацепились. Немножко мы половили. Получается, поймали всего 4 щучки. Сколько? 800. О, 800 грамм. Ну, значит, нормально. Первого в жизни леща поймал. Сразу же двух, да, Димон одного. Вот, поймали 4 щучки небольших, 5 окуней и 3 подлещика поймали. Вот такая вот у нас вышла рыбалка. Солнышко уже совсем высоко стало, совсем жарко становится. Поэтому мы сейчас искупнемся и домой поехали. Первый опыт, можно сказать, у нас по рыбалке получился. Я не знаю, как пойдет. В любом случае, всем спасибо за внимание. И если будет еще, то до новых встреч.